Местные жители бездомных собак жалеют, но жить по соседству с ними уже боятся. Бродячие животные стали агрессивнее, жалуются жители Шымкента. Горожане опасаются, что они в любой момент могут кинуться на человека. Родители стараются провожать детей в школу и встречать их после уроков. На Нурсате очень много собак, особенно возле мусорки они лежат, а рядом дети ходят в школу. Врачи говорят, пациентов, укушенных собаками, с начала года стало больше. В последнее время в день обращаются до 20 человек, большинство из них – дети. Количество пострадавших от укусов бродячих собак выросло на 16%. Среди детей тоже растет число пострадавших. Чаще всего кусают за ноги и руки. Ветслужбы уверяют, в последнее время отлавливать бродячих животных стало сложнее, а снотворное не помогает. В этом году отловлено 18 тысяч собак и кошек. 2000 из них забрали зооволонтеры и разместили в своих приютах. Нам неизвестна их дальнейшая судьба. В этом году на отлов бездомных собак и кошек из бюджета выделено 98 миллионов тенге. Несмотря на значительные финансовые затраты, в городе работают всего 4 бригады. А бродячих собак становится все больше. Специалисты призывают ответственнее относиться к домашним животным, не выпускать их на самовыгул и не выбрасывать животных на улицу. Редактор